семинарию сегодня ректор спешно покидает. По делам его серьезным благочинный вызывает. А инспектора помощник в своей келье отдыхает. За студентами с обеда уж никто не наблюдает. А в обитель потихоньку потянулись ШБМки. Пестрым бабочкам подобны. Вот в обитель прилетели, в юбках и платках как надо. Ногти их без маникюра, и их губы без помады. Проскочить к семинаристам им, конечно, очень надо. И они в обитель лезут. Потому что очень надо, как в премьеры Тимошенко. Или в Думу Хакамада. Им нужны семинаристы, чтоб заставить их влюбиться, а потом еще жениться и в священство обратиться. Вот они толпой собрались возле корпуса студентов и в окно бросают взгляды, полные любви и страсти, и кричат: и парни слышат в этом крике жажду брака, свадьбы, скоро грянут свадьбы. Лектор очень недоволен. Не пришли к нему студенты. Не хотят студенты слушать про каноны и догматы. Но студентов он жалеет и доноса не напишет. Ведь не хочет, чтоб студенты его сделали солдаты. И монахи недовольны. Им, монахам, непривычно видеть столько юных женщин там, куда их не пускают. Но одно их утешают, что при встрече с ХБМкой... Тяжело нашему хаме. Так ему Бог дал. Не всегда, но очень часто хочет стать студент-монахом. И священник недоволен. С ним остался только дьякон. Все алтарники пропали. И 2/3 певчих в хоре. По обители гуляют, а зайти в храм не желают. Но он их не осуждает. Сам так делал, понимает. Только девки-ХБМки ходят гордо и свободно. Со студентами гуляют. Потому что понимают, то, что ректор не случайно очень спешно отъезжает, и инспектора помощник в своей келье отдыхает, их никто не выгоняет. Чтобы сан принять священный, студент должен или жениться, или должен так обжечься, чтоб в монахи обратиться. Ибо редко любят Бога, чтоб в монахи добровольно. Значит, скоро будут свадьбы. И довольно.